Картина – это книга с миллионом слов, где каждый разглядит что-то свое. Именно так считает художница с 11-летним стажем Наталья Лихно. Ее работы завораживают, вызывая желание изведать удивительный мир, смотрящий на нас полотен. Во всех своих работах, представленных на заключительной в 2022 году новогодней выставке членов Союза художников и мастеров учреждения «Центр Белкультуры», Наталья тонко передала свет, улавливая особенное состояние природы, словно наполняя им картину изнутри. Почему зимние сны? Потому что зимой снится и море, и лето, и цветы. Поэтому здесь картины многоплановые, написаны в разных техниках. И что очень нас радует, они все дебютанты, все картины увидят гости впервые. Мы так хотели удивить город, гостей нашего города. Людей много, потому что люди любят Новый год, конечно. Людей много, осмелюсь предположить, что люди полюбили нас, наши работы, наши мероприятия. И они уже к нам приходят. Мы видим очень много людей, которые приходят не впервые. Поклонники, скажем так, нашего творчества. Предновогодняя пора вдохновила большинство художников на создание работ с мистическим сюжетом, а сама экспозиция привлекла внимание многих брещан и гостей города. Руководители учреждения «Центр Белкультуры» признаются, такого аншлага не ожидали. Мне очень приятно слышать комплименты, очень приятно чувствовать, что людям это нужно, особенно вот постпандемийный такой период. Вот вы сами видите, какой аншлаг. Я уже не первый раз присутствую на открытии этих выставок. Я не перестаю поражаться тому желанию, с которым эти люди занимаются творчеством. Они ведь не профессионалы, они как бы не зарабатывают с этого. Но они это делают для того, чтобы поделиться своими эмоциями с другими людьми, передать им частицу вот этого тепла, света, доброты, своего понимания окружающего мира. Более 40 работ на тему «Зимние сны» они не могут не вдохновлять и заставляют мечтать и погружаться в сказку. Никаких ограничений, только фантазия художников Беларуси, среди которых Ника Денисюк, самый молодой мастер кисти. Юный автор считает, что выставляя свои работы уже с более взрослыми художниками, она набирается опыта и уверенности в себе. Я с самого детства любила рисовать, мне нравилось творчество, поэтому уже где-то со школы, в начальных классах, я решила уже браться как бы за кисть и рисовать. Картины, ну это мой какой-то второй мир, что ли. Ну, да, он меня поглощает полностью, и в принципе все, что меня волнует, оно потом отражается на моих картинах. Зимние сны – это то, что мы вспоминаем, то, что, о чем мы мечтаем, в принципе, то, что нас волнует. И не только зима, это вообще, ну, все, в принципе. Что нам, даже то, что нам снится элементарно зимой. Тоже море, какое-то лето. Бабушкин домик. В этом году к Союзу художников присоединились 4 новых таланта. Все они на протяжении года радовали брещан своими шедеврами. И вот время наградить и самих творцов, которые внесли значительный вклад в развитие и популяризацию творчества.